Широчайший ассортимент сборных масштабных моделей и всевозможных дополнений для создания конверсии диорам от знаменитых мировых производителей, а также модельная химия и инструменты для моделистов. Все это вы можете приобрести по разумным ценам в магазине «Русский масштаб». Штат магазина увеличен, что повлияет на скорость формирования заказов. Команда «Русского масштаба» желает вам приятных и нужных покупок. Ссылка на магазин в описании к видео. Здорово, комрады! В сегодняшнем видео речь пойдет о нанесении пигментов. В своей карьере моделиста я наношу пигменты второй или третий раз, поэтому не на все 100% доволен эффектом. На заднем плане вы видите броневичок SDKFZ-222. Пигменты на нем уже нанесены. Но так как он стоит далековато, даже если я вам покажу его поближе, я думаю, вы не рассмотрите полностью пигменты, нанесенные на него, также на бочке мотоцикл. Но через секунду мы увидим пошаговое нанесение пигментов на модель броневичка и остальные части диарамки, миниатюры. И в конце будет крупный план. Там рассмотрим по деталям, как легли пигменты и чем я, собственно, недоволен. Но от вас только попрошу советы и комментарии по поводу нанесения пигментов, какими лучше пользоваться и какие фиксаторы лучше использовать, так как я использовал Zip Market. Ну, и это единственный фиксатор, который я держал в руках, поэтому я не могу сравнивать и что-то сказать о них. Так что не переключаемся, через секунду начнем. Поехали! Приступим к нанесению пигментов. Я буду использовать пигменты NOS Africa Dust от AK Interactive. Закреплять буду вот таким закрепителем, фиксатором пигментов от Zip Market. We'll be right back.
Вот результат работы с пигментами. В принципе, это мой второй или третий опыт работы с пигментами, поэтому не судите строго, камрады. В любом случае буду ждать от вас комментарии и советы по способам нанесения пигментов. И, собственно, пытался наносить там бы, где они могли быть в жизни. Так, вот где-то по краям, там на крыльях. На плоских частях, там не скапливается пыль. Но это не песок, это скорее больше пыль, конечно, вот такая африканская. Как и было заявлено производителем. Тут остальное все зависело только от меня. От нанесения. Ну, как смог, так сделал. Уже зафиксированные они, я думаю, уже переделать, наверное, ничего нельзя будет. На бочках тоже пыль. На мотоцикле не так много. Там вот на сумке на эти нанес немножко, на выхлопные трубы. Тоже боялся тоже перегнуть, поэтому, в принципе, пылил не сильно. Ну, камрады, следующая серия, скорее всего, будет финальная. И так я уже затянул этот сериал. Поэтому будем прощаться. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ставьте лайки. Комментируйте видео обязательно. Советуйте. Делитесь с друзьями в соцсетях. До скорого!